1 июня 1871 года. Желаю вам здоровья и духовной крепости. Не унывайте в минуты душевной пустоты. Это состояние совсем не дурное. Молитесь за меня грешную. 7 июня 1871 года. Все хочется ответить вам на ваши вопросы, цель которых — пополнить или разъяснить сказанное мною в письме моем от 13 апреля, но что-то я очень рассеялась и осуетилась, и не выберу довольно свободного времени, чтобы написать вам письмо духовного содержания. И скорблю об этом, зная, что вы ждете моего ответа. Так что сегодня ночью вижу во сне, что будто бы приехали вы, и я жалуюсь вам на свою развлеченную жизнь». И прошу вас записать и помнить, чтобы поговорить со мной о моем письме от 13 апреля при другом свидании, когда я буду иметь больше времени. Это показывает, что я забочусь отвечать вам, хоть и не отвечаю. Первое. Вы просите дать некоторые объяснения для того, чтобы войти в делание, о котором я говорю, но войти в него невозможно. Ему придает человека то, чтобы человек потерял все, чтобы он нигде ни в чем не находил надежды спасения. Если это первое условие вполне принято, то почти нет нужды отвечать на остальные вопросы. Второе. Вы спрашиваете, чем занимать ум или внимание, когда помыслом дана свобода увлекать в бездну и так далее, но потому-то они... увлекают, что нет сил, нет способности держать их. Ум, внимание и все его силы не существуют все равно, как несущие. Ни в уме, ни в памяти, ни вниманием, а глубоко в душе оживает сознание, что есть спасающий. Это сознание я называю верой и потому, что она не произведение ума, а живое ощущение души. Она названа живой верою, хотя она будет... и в самой малой степени, и слабая. Третье. Чем выражается вера? Выражается она тем, что не попускает человека искать жизни и спасения своей души ни в чем. Не попускает даже душе действовать для себя и собой. Молитва Иисусова есть выражение живого ощущения веры. Четвертое. Чем выражается воззрение к заповедям и вера в закон Божий. Душа, не имеющая ничего вне себя и в себе, на что бы она уповала, познавшая ложность и незаконность всех своих законов, земных и человеческих, и слабость сил своих в исполнении их в воле Божией, и в ней одной находит тот чистый и святый закон, который естество человеческое выводит из тли. Познание его дается душе, отвергшей всякое составление своего понятия о нем. Закон этот обретает душа в промыслительной воле Божией, в Слове Божьем, а полноту его и совершенство в Иисусе. Пятое. Вы говорите, если они выражаются исповеданием единого спасающего, то я не удивляюсь, если это исповедание приводит к молитве. Исповедание устное приводит к молитве устной, чтобы не сказать чувственной, а исповедание, присущее душе, отвергшееся всего, исповедание жизнью действительно приводит к молитве. Не соблазнитесь, если я скажу, что на пути этого делания не всегда можно оставаться верным деланию внимательной молитвы, но теряя все, теряется иногда на время и труд молитвенного делания. Иисус есть начало и конец, есть цель, есть всех человеческих желаний краю. Он есть дверь, которую входит человек в жизнь духовную. Он путь, ведущий к жизни. Он есть и жизнь, вкусивший которой человек будет мертв для всего,
До этой последней минуты человек не может умереть для всего, но по вере может и должен потерять все, прежде чем приступить к той двери, которая вводит на путь. Его же мало кто обрящет. Еще о законе. На днях, во время литургии, читали послание апостола Павла к римлянам о законе. Несколько дней шло это чтение. Закон чем больше требовал, тем более немоществовал человек. В нем открывались греховность, наконец, совершенно невозможность исполнить его. Господь Иисус Христос умертвил в себе грех и упразднил правду законную, убивающую человека, приобщив его закону благодати, жизни и свободы, которую открыл ему в себе. Не умею высказать, но так мне чувствовалось при слушании послания апостольского. Моей душе открылся тот закон, который дает жизнь, а не смерть. При этом что может носить память, кроме имени Иисуса? 26 июня 1871 года. Сегодня я отправила отцу архимандриту письмо, в котором жаловалась на вас. А посланная моя, относившая то письмо на почту, принесла мне с почты два ваших письма от 14 и 17 июня. Очень обрадовалась я этим письмам и утешилась всем, что в них написано. Обрадовали они меня еще потому, что в последнее время письма ваши ко мне стали как-то кратки и редки. Причиной этого, может быть, были гостившие у вас родные ваши, но мне думалось, что есть и другая причина. Мне показалось, что вы смутились некоторыми моими словами и взглядами на духовную жизнь. Эта мысль меня очень огорчила. Не потому, что я желаю от вас безусловной веры к моим словам, но потому что я не сумела хорошо, точно и правильно изложить учение моей духовной матери. И слово ее, животворящее мой дух, перешедшее через мои уста, принесло смущение слышащим. Простите мне мое неразумие и немощь моего духа, искажающую святую истину, и не спешите чуждаться меня. Вспомните, с каким смелым и решительным требованием духовного общения я приехала к вам. Родство духовное было признано еще тогда, когда я не видела вас, потому что я требовала от вас, как от родных, чтобы вы его признали. И теперь потерять общение с духовной семьей преосвященного Игнатия — это значит остаться опять в совершенном духовном одиночестве, а это очень тяжело. Если я говорю иногда, что есть различия, то я признаю его не в духе, не в направлении, не в основании и не в цели, но в некоторых приемах духовного пути. Это различие замечаю не между владыкой и моей матушкой, а между нами. Правда, что оно связывает меня немного, но и оно со временем должно разъясниться. Потерпите же и вы то, что видите во мне, и в моих словах не вполне понятное для вас или даже чуждое. Я сильно верую, что если мы будем и по возможности верны словам наших духовных руководителей, и по милости Божией не отчуждимся от их духа, то никогда не будем чужды и друг к другу. Теперь буду отвечать на ваше письмо от 14 июня. Сличая мои слова о том, чтобы не стараться выйти из мертвенности словами, читанными вами в 20-м томе аскетических опытов на странице 525, строка 2, сверху вы говорите, что, по-видимому, есть различие. Да, различие есть, и не может не быть, потому что говорится о различных состояниях или преуспеяниях духа. В состоянии мертвенности, в которой я нахожусь, еще не может быть правильное зрение своей греховности. У мертвеца нет глаз, чтобы видеть, нет языка, чтобы просить. В этом состоянии может быть одна вера, хоть не живая, но твердая и непоколебимая, что создавший может вновь воссоздать, если будет угодно его благости, и его всесвятой воле, все устрояющей для спасения человека.
Когда же начнут открываться очи, то тогда зрение греховности своей бывает непринужденное, но естественное состояние души, причем естественен и вопль постоянной души о помиловании. Но переход из одного состояния в другое не может быть самовольный. Можно, конечно, прийти в это зрение самому, потому что ум, обогащенный чтением Слова Божия, может воображением входить во всякое духовное состояние, может шевелить чувства, умилять их на время и этим утешиться, но это неправильный путь, и этот труд бесплоден. Что сам берешь, то сам и должен хранить и непременно утрачивать при малейшем столкновении с жизнью, с действительностью, потому что состояние было ложно, мечтательно, воображаемо. А то, что приходит от Господа, то состояние, в которое душа вводится самим Господом, бывает вечно, неизменно. Это не взятое ею делание, а ее состояние. Лишиться его она может только тогда, если совсем сойдет с духовного правильного пути, а столкновение внешнее, даже своей собственной немощи и страсти, не отымут у нее того, что сделалось с ее вечным достоянием. Но и самое ощущение мертвенности не может быть взятое, оно приходит от полного познания живущей, действующей в нас самости и от решительного намерения не жить в этом противлении Господу. Вы спрашиваете, как стать в правильное отношение с ближними, чтобы от собеседования с ними могла быть общая польза, и чтобы они не расстраивали обыденный порядок жизни. Можно давать только то, что мы имеем. Вы имеете большую веру к слову Владыки. Эту веру вы сообщили всем беседующим с вами, и в беседе, и в вас она оживляется. Вот и польза от собеседования. А вреда большого от рассеянности я не вижу. Конечно, ваш дух развлекся тем, что вошел сочувствием в отношении семейные и общественные ваших родных, но это не значит, что они внесли в вашу душу расстройство. Они открыли только то, что живет в ней. И вот в эту минуту оживления чувств и должна быть внутренняя борьба. А борьба состоит не в том, чтобы не хотеть видеть в себе оживление некоторых чувств, но в отречении того, что рождает их в душе и в терпении, как их обнаружение в себе, так и того страдания, которое последует отречению, и той борьбы чувства, которое отвращается духовного закаления, которое противится ему. Такая борьба очень очищает чувства и научает познанию себя и духовному разуму. Постоянное уединение и строгое хранение себя – едва ли полезнее некоторых уклонений от обыденного порядка и борьбы последующей за ними. December 29, 1871. Поздравляю вас с днем вашего ангела, и все, что только может пожелать душа, душе спасающейся, было выражено в моем молитвенном желании об вас сегодня. 10 сентября 1871 года. 8 сентября все мы собрались у меня и пили чай в той комнате, которая около гостиной. Она очень маленькая. Я сидела и лежала на кровати. Кто на стуле, кто на скамеечках, кто на ящиках, кто просто на полу, всем было хорошее место. Разговаривали. Общее требование высказалось в том желании, чтобы я указала, что нужно, что потребно для спасения, что есть спасение души. Требование это вызвало мое любимое слово, вызвало меня на то, чтобы я указала им, что единственное нужно, единое на потребу, единое, дающее спасение и жизнь духу, единая цель, в достижении которой стремятся все души и все духи ангельские, есть Господь. Но для того, чтобы все пришло
к этой единой цели, чтобы все в душе объединились единым искомым, нужен труд всесторонний, чтобы во всем трудилась, во всем находилась душа и от всего отрешилась. Во всем искала Господа, искала добра, приводящего к Нему, и отрешилась от себя, от того зла, которое отчуждает от Господа и возвращает самость. При этом я не могла не указать на те сети, которыми опутывает враг души человеческие. Обманывая их и отводя от спасения, знает он, высшая единица, в какой славе и блаженству призывается человек, и всеми силами старается попрепятствовать исполнению воли Божией во спасение человека. И подмешивает он свою сладость ко злу, чтобы ею уловить души наши. И любим мы эту сладость врага, и ею заменяем вечное блаженство. Полюбим лучше, — говорила я, — горечь подвига духовного, болезнь отречения, чтоб этой горечью и болезнью избежать сетей вражьих и выйти на путь, ведущий к единой цели, к единому спасению, к чему во всю вечность будут стремиться духи и души праведных. Мне грустно, что ваши отношения к А.Ж. приняли такую натянутость. Есть в ней то, что может быть залогом вашей неизменной дружбы к ней. Это ее искание Господа. В отношении меня, что бы ни было у нее, я человек, около меня искать нечего, и общение ради меня такое же непрочное и ложное, как и я сама. А ради Господа и в нем одном общение душ вечное. Поэтому вам не следовало бы отдаляться от нее. Нужно только поверить ее желанию спасения, помогать ей в этом искании, то подкрепить ее дух унывающий силою веры, то возбудить ее стремление ко спасению, объясняя пользу отрешения от того, из чего слагается жизнь земная, и я утешение, и так далее. В отношении А.Ж. вам нужно тоже приобретать любовь к ближнему, ту любовь, которая не ищет своей пользы, но пользы и спасения ближнего. «21 сентября 1871 года. Не стесняйтесь писать ко мне, и часто, и много, никогда меня это не отяготит. А если бы что и отяготило, то зачем же беспокоиться об этом? Разве не к труду мы призваны? Разве труд не есть наше настоящее дело? Да избавит нас Господь от дел увлеченных, приятных, сладких, как я выражаюсь, а от труда я не желала бы уклоняться». 5 октября 1871 года. «Не отвечая на ваши вопросы духовные, надеюсь скоро видеться и беседовать с вами. На сегодня скажу только одно, что исповедание Господа Спасающего, как духовное делание, может быть принято душою не только в течение целых часов и дней, но даже и годов. Не скажу, чтобы оно заменяло молитву, но в нем может пребывать душа долгое время, не переходя к молитве, если сама молитва не придет. Когда от лености, от рассеянности нет молитвы, тогда нужно ее поискать с трудом. Когда от восстания страстей отходит она, тогда надо побороться и отречься от причины страстей. Когда от уныния, от помрачения душевного не находит ее душа, тогда лучше всего пребывать во исповедании единого спасающего». 30 ноября 1871 года. Наше стадо понемногу прибавляется. Вчера была принята под руководство еще одна послушница. После целогодичного испытания нашего, искания и ея.
В монастыре у нас утвердилось такое убеждение, что ко мне под руководство духовное так трудно попасть, что лучше и не искать этого. Кто же решится поискать, тот решается всей душою. Отчего же я так стеснила вход к себе? От того, что очень тесен путь. Тесен он тем, что требует отречения полного. Тесен тем, что ни в себе, ни около себя не дает человеку видеть опору на этом пути. Тесен еще более тем, что во мне, как в названном руководителе, видит трость, ветром колеблемую, часто преклоняющаяся к земле и почти сокрушенную. А в руководителе всегда хочется видеть твердый жезл, на который во всякое время можно было бы опереться. Но этого я не могу и даже не хочу дать. Довольно того, если руководитель укажет, где искать, где найти этот жезл, и блаженна душа, если найдет его, этот непоколебимый жезл опоры, в едином, крепком и никогда неизменном, вечно живущем Господе. 10 декабря 1871 года. Жду от вас письма, уведомляющего меня о том, что уединение, молитва, чтение и вообще вся обстановка жизни монастырской принесла вам душевное спокойствие, укрепила ваши силы для того, чтобы вновь начать делание спасения, и чтобы в этом делании вы ощутили усиление веры, которая дала место самость, разбитая немощами. Да, на почве смирения вырастают хорошие плоды. В познании греховности своей душа веру и познает Господа. А в самости, что она будет видеть и знать, кроме себя, а свое «я», как бы оно ни было хорошо, и украшено добром, что она может дать? Ни света, ни жизни. В нем есть сила, страшная, воюющая против всех заповедей Божьих, против ближних, против самого Бога, сила, убивающая самую душу, лишающая ее добра, жизни, Бога. В минуты покоя трудно усмотреть, какой дух движет всеми действиями человека, даже добрыми, даже стремлением к спасению, к добру, к Богу, но во время искушений обнаруживается то, что было неясно. Если Господь управляет душой, то время искушений будет для души временем побед и венцов, временем сильного преуспеяния. Если же самость управляла действием человека, то во время искушений сила ее на нее же обращается и мучит бедную душу, как пленницу, отводя ее в самую глубину ада. Но все-таки эти минуты лучше воображаемого покоя. В эти минуты душа может правильно понять свое состояние, не обманывается воображаемым добром своим, и понятие ума не сочтет своим достоянием. В это время, если только правильно отнесется ко всему, в это благословенное время может низко сойти душа, если она согласится полюбить свою низость, свою полную нищету, если отдаст предпочтение ближним и Господу, порадуется, что он один высоко и что есть приближающийся к нему из моего естества, тогда вкусит утешение от того добра, которое не самость создает, но ее умерщвление. Говоря о том, что я считаю полезным немоществовать иногда, я говорю вообще, вашего же теперешнего состояния я не знаю и, признаюсь, даже не понимаю, отчего могло произойти такое сильное немоществование. Думаю, не огорчила ли я вас чем? Отец Архимандрит говорит правду, что я к вам слишком строга. Он очень не хвалит меня за это, а мне кажется, даже больше этого. По отношению вас я беру на себя не свое. Простите мне эту дерзость, и знак совершенного прощения выскажите то, что имеете против меня. Только полная откровенность может уничтожить то стеснение, которое я замечаю в вас. Помолитесь за меня, многогрешную, но желающую вам всего доброго.
спасительного. 1 января 1872 года. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам здоровья, мира душевного и обновления жизни. Великий Арсений говорил ежедневно: «Господи, ничего доброго не сделал я, даруй мне хоть с нынешнего дня начать, а нам хотя бы с каждым Новым годом начать вновь, с новым произволением, с новым стремлением духа отрекаться от всего старого в нас, чтобы приобрести общение с тем новым обновленным естеством, которому обещано воскресение. Даруй, Господи, начать и чаще, чаще начинать». 4 марта 1872 года. Теперь вы уже в Петербурге. Господь да благословит вас и да поможет вам потрудиться в пользу истины. Вы боитесь рассеянности при встрече с родными и знакомыми. И, конечно, рассеянность будет, но только бояться ее не следует. Сидя в келье, мы боремся с помыслами страстными, греховными, а среди людей — с самими страстями. Вот и выходит одно и то же, только в последнем случае борьба обширнее, живее, действительней. В келье мы изучаем Слово Божие, а среди людей должны стараться исполнять его. В петербургских гостиных заповеди Божии могут исполняться на деле. И вы не сетуйте, что не успели выписать из Евангелия. Исполниться же они могут тогда, когда вы свою душу будете становить на пути самоотвержения, а целью действий своих будете иметь отречение. Это состояние души сейчас уже укажет на то, что должно быть в ее отношениях с людьми, с ближними. Она сейчас найдет эту среднюю меру, которая чужда сласти, человекоугодничества, как одинаково чужда холодности, жестокости и жесткости. Эта средняя мера есть любовь. Не беда, если вы увлечетесь иногда и понемоществуете, но беда, если при этом вы сойдете с того места, где я советую вам стоять. Блаженное самоотвержение. Пребывая в нем и среди огня, не сгоришь, и среди воды не утонешь, а самостью не только в затворе келии, но и в самом раю погибнешь.